Я жить хочу! Yeah.
Ситуация с обрушением ядерной урановой шахты Лунарецкая, которая находится недалеко от Новосибирска, благополучно разрешилась. Напоминаем, в результате землетрясения высокой магнитуды в шахте... Взломать сеть мегабашни и загрузить туда этот скрипт. Все детали в письме. Yeah.
Thank you.
Thank you.
исполнится это желание горожан, покажет время. На сегодняшней пресс-конференции группа ученых из университета Кирлинга показала невероятные возможности революционного 3D-принтера, который они назвали «Артифакс». «Артифакс» считывает мозговую активность пользователя, чтобы затем создать объект на основе мысленного образа. Принтер, разработанный вместе со швейцарской мегакорпорацией, Shroomers and fumers, Mr. Whitey here. Drop that milk, toast, kibble, and rush to the nearest store for a taste of sweet, 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 clean speed. Cause life is too short to be slow. In a city tingling with desire, you'll do anything to scratch every itch. Watson Hall. New episodes every Wednesday at 10, only on WBS. Не стоит бандой ты связался!
это втекло!
Домашних питомцев. Налог на содержание псовых поднимется до 1000 евро-долларов в месяц на одну собаку. Вместе с этим штраф за владение неучтенным животным возрастет до 40 000 евро-долларов. Спасибо, что смотрите новости на 54-м канале. Удачного дня! Итак, Бет счастлив, я счастлива. А значит, ты получишь свои деньги, и все будут счастливы. Заказ закрываю. Спасибо, Ви. Но они ни хера про локальные сети не знают. Пусть попробуют меня отследить. Мне кажется, ты староват для игр в Нетране. Успокойся уже. Успокойся? Да иди ты нахер! Что ты обо... Знаешь, чертов русский. Будет эспасио! Обижайся сколько хочешь. Я победил судьбу, ты у нас.
Когда следующая поставка? Через 2 дня. Забирать ты будешь? Наверное. У меня тут... Я могу сказать тебе только, кто взял заказ. Ха. Ну, давай, рискни. Имя говори! Анна, бросай расследование. Это в твоих интересах. Это угроза. Ты, блядь, у меня на мушке. Не наоборот. Эй, расслабься. Я просто хочу помочь. Помочь? У меня импланты в ушах сбоят. Ты хочешь сказать, запугать? Просто брось свое расследование. Не с теми людьми ты связалась. С какими людьми? Скажи мне, кто они? Тебя заказали твои дружки из полиции. Сука! Я так и знала! Билл Адамс и Роберт Ковальский. Вот уроды! Не бери в голову. Это не важно. Ну да. Короче, пошли они, уроды. Еще помирать из-за них. Нахуй эту работу и этот город! Что будешь делать дальше, Анна? Ха, а тебе какая печаль? Я тебе кто? Подружка? Дело я брошу. Чего тебе еще надо? Уебывай, тварь продажная! Мы не трогаем тебя, ты не трогаешь нас. Thank you.
¿Te conozco de alguna parte? Когда следующая поставка? Да у тебя прямо дар убеждения. Рада, что у нас все получилось. Заказ закрыт. Чего тебе надо, друг? Привет. Впервые в Найт. Я от Тибак. Она сказала что-то забрать у вас. Ты Вида? Она просила отдать тебе демона. Должен работать на всех деках третьего поколения. У меня мелитеховская паралайн. Справится. Хорошая дека для начинающих. Окей, лишний демон точно не помешает. Можешь его проверить. У меня есть точка доступа, если хочешь, конечно. Может, найдешь хороший софт или подпрограмму. Я бы попробовала на твоем месте.
Завелись крысы. Я понимаю, проблема не новая, только мои крысеныши чуть больше размером и одеты, как тигриные когти. Самая крупная из них — некая Такико Мочи. Сделай одолжение своему фиксеру. Проведи дератизацию. Все данные уже у тебя. Слышала, что в пятой квартире? Что, опять он ее отмудохал? Не, она его убила. Застрелила она. Она видела. Ой, ну это тебе еще не то расскажет. Нет у меня мелочи. Стоит. Сообщает о секретном проекте Арасаки экспериментальном биучисте. Слухи о некой прорывной технологии ходят уже очень давно. Не догадывались, о чем речь.
Журналисты Nippon Daily сообщают, что на загадочный биочип можно загрузить, как бы сказать, допустим, сознание, разум. Thank you.
Очень хорошо. В городе стало на одного когтя меньше. Мне нравится, как ты решаешь вопросы. Заказ закрываю.